Так, сейчас мы возьмем смылы данных 5 уборовых смылок. Здесь? Изоленты замотаем, да еще. Гончар? Понятый, еще раз обратите внимание, мы, наверное, лучше. Вот на боковой обшивке автомобиль имеется. Вот обратите внимание, пятна бурого цвета. Видите? Угу. Участвующий. Можете пояснить что-нибудь по поводу этих пятна? От чего? Да не знаю, машину купил, так было. Так было. Все, чем занимались? Где находились в дневное время? Сегодня? Да. На работе. На работе? Где работал? Кто-то может подтвердить, что вы были на работе? Да. Данные пятна могли образоваться от перевозки мяса, которую я регулярно приобретаю. Правильно? Регулярно. Все. Да. Мясо? Последний раз привозил неделю назад мясо. Я и баранину вожу, и свинину вожу, и говядину вожу. Баранина, свинина? Баранина, свинина, да. Что, то есть неделю назад привозили баранину, свинину, говядину? Да. Все. А по закону вы можете с кем привезти? Имеет право. Имеет право? Да. Мы у него ее тоже изымем и приложим сюда на протокол. То есть любой гражданский может подойти и снимать? Может снимать следственные действия, ему не запрещено. То есть вот он не вмешивается в процесс. Он имеет право снимать, да. Непосредственно мы можем приобщить как к материалам уголовного дела. Или как к материалам проверки непосредственно. Главное, чтобы гражданин не вмешивался в процесс, не указывал нам непосредственно, на что делать. Так, ключик еще раз. Владимир Васильевич.